Копнуть бы как следует. Ильенко. Дальше. Сейчас не отпустит. Все, клещом впился. Хватит одного эпизода, когда Дальбек позволил легко обыграть себя Каюмову. Беляев. Бороться. Гол! Гол! Артем Ильенко! О чем, собственно говоря, и речь. Шайба была закопана где-то на пятачке. Отрыли ее железнодорожники. 1-0. Наброс, борьба, контроль отскоков. И Ильенко оказался в правильное время, в правильном месте. Первая шайба Артема Ильенко в плей-офф.